Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. И сегодня я, бог Фикса, продолжаю управлять людишками в Майнкрафте. В прошлой серии мы остановились на том, что мы сами набрали уже 14 поселенцев в нашей деревне. Построили несколько зданий, например, как домик воина, а также два жилых комплекса, чтобы наши поселенцы увеличивались. У нас теперь с вами есть полноценный фермер, полноценный воин, а также еще больше шахтеров. И сегодня мы продолжаем проходить таким образом Майнкрафт, чтобы дойти до самого дракона. Надеюсь, у нас получится это рано или поздно. Сегодня у нас будет несколько задач. Первое, я хочу разобраться, каким образом работает воин, и хочу попытаться сразиться с мобами. Второе, я хочу построить еще несколько вот таких вот жилых комплексов для того, чтобы наших поселенцев стало больше. Третье, из-за бага прошлой серии, когда у меня все сбросилось, у меня потерялась печка, поэтому нужно построить какое-либо здание, в котором находится печка для того, чтобы переплавить все вот это вот железо, 68 штук. Ведь для того, чтобы открыть самого крутого майнера, нам нужно 48 стаков железа. Это просто безумие. А еще я хочу построить какие-нибудь красивые сооружения. О, тут есть очень много всяких. Итак, построим сначала еще один домик шахтера. И я думаю, пожалуй, еще один домик шахтера. Слава богу, ресурсов очень и очень много. А также нам нужны сундуки. Все готово, теперь можем построить еще один огромный домик. Здесь у нас будет, как я уже говорил, мини-городок. Опачки, супер. И могу ли я еще один построить? Да, я еще один могу. Господи, как же хорошо. Ресурсов просто пруд-пруди. Вот здесь вот. Сейчас будет просто полнейшее безумие, ребят. У меня закончилось дерево. Снова. О нет, вы посмотрите, какая гигантская орава пошла все это дело добывать. Для таких красивых сооружений нам нужен колокольчик. А колокол, к сожалению, крафтить нельзя. Есть только один способ. Это украсть его у жителей. Где находится деревня, если честно, я не знаю. Но давайте посмотрим, как там строят дома. Интересно, я могу поучаствовать в строительстве? Мне кажется, нет. Я думаю, что я сделаю что-то не так, и все сломается. Поэтому лучше этого делать мы сами не будем. Тем временем у нас появился уже Денис. И нас уже стало 15 человек. Великолепно. Построим еще один домик воина, чтобы воинов у нас было намного больше. И думаю, потихоньку мы можем приступать к крафту здания с печкой. Так, здесь нужна коптильня, это совершенно другое. Вот он, Blacksmith House. Нам нужно 34 доски, а также 2 печки. Окей, в целом печку скрафтить вообще никакого труда не составит. Печки у нас готовы. И теперь осталось еще сделать немножко досок. Так, давай. У меня все просто не переработанное, поэтому всего, кажется, очень-очень мало. Все, Blacksmith штука готова, поэтому можем теперь ее построить. Построим ее также где-нибудь вот здесь вот рядом с домиком воина. Хотя нет, потому что здесь все-таки будут строиться у нас домики воинов. А вот здесь где-нибудь будет идеальное расположение для нашего пекаря. Все, супер, великолепно. Сейчас у нас будет доступна печка. И по идее мы сможем переплавлять наконец-таки железо. Давайте, мужички, строим, не покладая рук. Вон там Антон уже появился. Энтони, привет, будешь бомжом, хорошо, согласен? Я надеюсь, да. Итак, смотрим. Ага, нам нужно выдать профессию, кто будет пользоваться печкой. Окей. Может переплавлять руды, а также готовить еду печки. Отлично, то, что нужно. И у нас открылось еще 3 профессии. Работник с кожей, работник с шерстью, а также работник с броней. О, нет! Ребята, я кое-что заметил. Эти профессии недоступны, потому что они еще не разработаны и будут доступны только в следующих релизах игры. Это означает то, что эти профессии невозможно получить. Точно так же, как и рыбака, пекаря и охотника. О, нет! Беда, беда! Я-то думал, все уже доступно, а мод только разрабатывается, похоже. Ребят, если следующая серия не выйдет, пожалуйста, не расстраивайтесь. Это означает то, что здесь просто уже нечего делать. И продолжить игру невозможно. Поэтому давайте сделаем небольшой уговор. Я подожду, когда выпустят новое обновление. И когда его выпустят, мы с вами продолжим играть. А пока что продолжаем. Итак, у нас открылась печка. Теперь в этой печке мы можем переплавлять предметы. У меня, к сожалению, нету угля. Хотя нет, уголь был, 7 штук всего лишь. Поэтому будем переплавлять на досках пока что. Все, железо переплавляется и отлично. У меня уже 18 человек в колонии. Я хочу сделать так, чтобы все они теперь добывали, ну, например, вот эту вот гору. Безумно интересно посмотреть, что они сделают вот со всей этой горой. Поехали! Давайте, мужики, все на гору нападаем! Пошла жара, просто пошла жара! Я не представляю реально, что они сделают с этой горой сейчас. Наши чувачки добывают все. Наступила ночь, а это означает то, что злые мобы уже тут как тут. Так, строитель, но ты что тут делаешь? Ты должен там помогать строить. А, ты фермер. Прости, пожалуйста. Где наши охотники? У меня всего должно быть 2 воина. А кто из них воин, пока что непонятно. Вы что ли? Да, Фэт у нас охотник, а Джефф у нас просто бомж пока что. Фэт, я могу тебя выбрать? У него задание идти спать. Какой спать? О, нет, там крипер. О, нет, ребята, бежим все, бежим! Все в деревню, все в деревню! Давайте, расправляйтесь с ним, расправляйтесь. Молодцы. Этого тоже. Хорошо, молодцы. Так, возвращайтесь. Кто там остались в этой пещере? О, нет. Тихо.
Нападайте на него! На крипера все! Что происходит вообще? Какой-то хаос, мы потеряли двух. Эти дурни тупят и не могут подняться наверх. Давайте поднимайтесь быстрее, нужно заделать все эти дырки. Кто там остался? Энтони? Эх, ты бесполезный. Давай, иди сюда. Так, фух, слава богу. Нам нужно заделать эти дырки, срочно причем. Что у вас там происходит? Я не понимаю. Ричард, давай вылезай уже оттуда. Эту дырку тоже заделайте. Нет! Это было очень странно. Так, здесь дырки тоже надо заделать. Деревня в атаке. Нет, но убили. Что вы стоите? Нападайте на него. Давайте на зомби этого! Ух, слава богу! Я уже испугался. Ага, все остальные уже пошли спать, понятно. О, нам нужно заделать все дырки. Давайте, давайте, молодцы, молодцы, молодцы. Еще дырки есть? Так, там появился скелет опасный. Ребята, наступаем на скелета. Давайте, 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 давайте. Молодцы, все, просто молодцы. Так, я думаю, нужно собственноручно помочь вот этим вот дуракам подняться наверх. А меня за что? Предатели, просто предатели! О нет! Где моя деревня? Так, на эндермена-то не идите. Вы что, дураки, что ли, эндермен? Он же бессмертный, можно сказать, для вас. Что вы наделали, дурни? О нет, остановитесь! Господи, боже мой, ну хоть эндерперл-то выбили, я не понимаю. Да, выбили. Ну, слава богу, и на этом спасибо. Так, вот этого тоже атакуем. Да зачем вы других атакуете, я не понимаю. Вы вообще спать должны, у нас войны должны быть. Где наши воители? А, у нас только один остался. Чудесно вообще. Мне кажется, никакого прока от этих вориоров нету. Сделаем, конечно, еще один меч, но я не уверен, нужен ли он нам. Все, думаю, можно ложиться спать. Ай, доброе утро! День пятый, продолжаем выживать. Посмотрим, как там наша печка. О нет, нашего пекаря-то убили, оказывается. А, фух. Все, железо практически уже переплавилось, отлично. Ну, конечно, нам этого не хватит на несколько стаков железа, именно 45 штук. Поэтому пока что не на что даже рассчитывать. В целом, есть идея. Я знаю, как добыть колокольчик. Пока сейчас день, нам нужно срочно отправиться в деревню, чтобы найти колокольчик. Я займусь этим собственноручно. А пока я буду все это делать, пускай наши поселенцы полностью вырубят данное место. Полностью всю эту гору. Блин, всю-то не получилось. А если вот так? Вот так-то лучше. Учитывая, что у нас теперь есть железо, мы с вами можем со спокойной душой скрафтить себе железную кирку. Теперь эту железную кирку перекладываем себе в руки и отправляемся теперь искать деревню. Так, они добывают? Вроде бы добывают. Прекрасно. Ребят, вы сейчас не поверите, но деревня, оказывается, находится в пару метрах от нашего поселения. Смотрите, вот наше поселение. И вот, кстати говоря, они тут уже все добывают. А вот деревня. Я думал, что она находится очень далеко. Она оказывается прямиком здесь. Это забавно. А вот как раз таки наш колокольчик. Забираем его. Супер, теперь он наш. Если есть еще один, пожалуй, я бы тоже его забрал. Стоп, а это что здесь? Опачки. Плавильня, то, что нужно. По сути говоря, мы сейчас грабим жителей для того, чтобы наша деревня стала намного лучше, чем это. Это забавно. Дверь тоже можем забрать. И эту тоже дверь заберем. Простите, пожалуйста, но мне это нужней. Эх, было бы еще чудесно, если бы здесь была кузница для того, чтобы построить кузницу. Потому что для кузницы нужно очень много ресурсов. Но здесь, к сожалению, ничего нету, кроме хлеба. Хотя вот этот блок очень полезный. Ну и в целом все, я больше ничего полезного здесь не вижу. Можем отправляться обратно в нашу деревню. Так, я не понял, слюнтяи, вы чё это? Пока меня, значит, нет, вы решили не работать, да? Вам не стыдно? Почему половина этой горы до сих пор не разрушена? На самом деле, мне даже нравилась эта гора, но чем больше ресурсов, тем намного лучше, правильно, правильно? А еще сделаем за них небольшую работу, я сейчас хочу привести немножко куриц себе в загон. Потому что, как я понимаю, в этом обновлении еще не добавили такую функцию, чтобы за нас это все делали, поэтому придется самим. Если будет хотя бы одна курица в загоне, будет уже лучше. За это, кстати, время они каким-то образом нафармили целых 60 яиц. Каким образом они это сделали, я не понимаю. А у нас все пополнение и пополнение, становится все больше и больше людей. Давай, 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 иди сюда, иди сюда, иди сюда. Молодец, все, ты теперь заложник. О, лотерея на лайк. Друзья, давно я не было. Правило, знаете, если выпадает курочка Джек, то все ставят лайк, а если нет, то можете не ставить. Как всегда, как обычно. Так, вот они, те самые предатели, которые убили меня в прошлый раз. В принципе, я могу поуправлять своими воинами, но есть идея получше. А ну идите сюда! Так вам! Решил ко мне лезть! Тем временем, у нас уже 23 человека в команде, с ума сойти. Никого нету в нашей деревне, это означает, что они все здесь. Да-да-да, абсолютно верно. Окей, нам нужно, мне кажется, больше шахтеров, поэтому нужно построить намного больше шахтерских домиков. Давайте-давайте, орда, возвращаемся все домой! Ха-ха-ха! Как же их много! О нет, я потратил все на ступеньки!
О боже мой. Отлично, все это дело уже строится. И построим еще один огромный дом, чтобы у нас было еще больше поселенцев. Все, у меня закончились доски. Мне очень безумно нравится, что они начали распоряжать обязанности. Например, одна кучка строит этот дом, другая кучка строит этот дом, третья расчищает там, четвертая строит там дом. Гениально. Джефф, как там происходит строительство домов? Все под контролем, Фиксай. Все получается. Я вот, например, ничего не делаю. Правильно, поэтому ты уволен. О нет, о нет, о нет, простите меня! Я не специально! Ой, они испугались и начали собираться в центр деревни, чтобы защитить ее. Я пошутил, продолжаем строить. Итак, смотрим, сколько теперь у нас будет шахтеров. 4, 5, 6, 7, 8. 8 шахтеров. Почти у каждого есть своя профессия уже. Обезумить. Итак, все дома построены. Теперь можно заняться строительством того, чего я хотел построить. Нам хватает только на фонтан. Хотя нам нужно место встречи, а не фонтан. Идеально подойдет, нужно 6 шерсти желтой. Давайте посмотрим, есть ли у меня шерсть вообще. Кажется, шерсти у меня нету никакой. Раз у нас нету шерсти, она нам нужна. Предлагаю вот что. Мы сейчас сделаем рейд на эту деревню. И посмотрим, справятся ли они с големом и со всем остальным. А пока что, поехали. Итак, наша команда уже стремительно начинает идти к этой деревне. Замечательно. При помощи этого мода можно устраивать настоящие схватки и битвы. Маэстро, включите, пожалуйста, эпичную музыку. Ну не настолько эпичную. О, вот это хорошее. Никакой пощады! Давайте, 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 мужики, пока не видит голем. Нам нужно больше ресурсов. О нет! Стойте, не уходите! Куда вы все ушли? Вы испугались этого голема? Не бойтесь! Да не бойтесь вы, ничего он вам не сделал! Да, подумаешь, потеряли всего лишь двух товарищей, ну и что? Вот это вот самые храбрые бойцы, у которых очень мало жизни. Давайте, давайте, на изнурение голодом! А вы-то что здесь все застряли? Господи, какая же у нас уже огромная деревня, я просто в шоке. Итак, все, теперь нам хватает для того, чтобы сделать митинг-поинт. А-а-а! Стоп, нет, не хватает. О, все, теперь хватает, они добыли. Осталось 36 забора. Идеально. Все, прямиком здесь и построим данную штуку. Так, стоп, а почему их стало 21? О, нет. Кажись, голем их там всех переубивал. Но я не виноват. Это все-таки рейд? Почему бы и нет? Нет! Я не хотел, правда. Хотя они вроде бы не затронуты, это поэтому все нормально. О, да. Вот он наш общий сбор. Как же все-таки много у нас людей. Они мне сломали тут пол и не хотят достраивать. Давайте, давайте, заставлять это все. Чуваки, разберитесь-ка с этим скелетом. Молодцы. Все, а теперь уже можно построить. Зачем вы опять ломаете весь булыжник? Не дай бог, они не достроят. Почему вы перестали это делать? У вас же задание построить это все. А, нет, нет, все в порядке. Вот они строят. Я уже испугался. Давайте, 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 давайте. Постройте красивенько это все. О, да, наконец-таки. А теперь все собираемся. Ну что же, друзья, на этом прекрасной ноте мы будем завершать данную серию. На данном этапе мы построили все это, все, что мы могли бы построить. Просто остальное пока что еще недоступно. А как только выйдет обновление, мы с вами вернемся к нашей деревне и продолжим выживать и управлять людишками. А для вас сразу Фиксай. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!